Магнус Карлсенс. Притормозил его Сергеенко. Карпусов за ворота, не успел вступить в борьбу, а Робин Ганзел затолкал шайбу в ворота. Смотрите, какая передача получилась интересная. Шайба перепрыгнула через ворота. И, конечно, этого никак не мог ожидать Галимов. Но пытался он уже положить щиток, сесть на растяжку, но Ганзел был настойчив в этом моменте. И счет стал 2-0 в пользу «Спартака». Давайте еще раз посмотрим. Вот Карсунс туда за ворота. Здесь вроде шайба достает Челябинцев, но успевает Карсунс вступить в борьбу. И ну вот я не знаю, ему запишут голевую передачу. Должны, по идее. Потому что такой фантастической передачи, я не знаю. Ну да, там забивает Лакросс голы Андрей Свечников, а следом за ним уже и половина национальной хоккейной лиги этот прием пытается сделать. А вот чтобы такую передачу из-за ворот отдать...